put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to put it wrong. On track, now we going way up. Double uses easy as a layup. Working late, stay up. Stay up. Counting all the way up. Count blessings, yeah, you know we pray up. Way up. Так, ну вот Hi-Fi Man, мне не понравилось то, что у них очень узкая сцена, практически вот, не знаю, на лбу находится. По деталям здесь, конечно, скромнее, чем на Опа. Верха тут побольше, вот он, ну, такой более ядреный, но, опять же, низа нету, панча нету. Да, я сразу говорю, что я больше привык слушать закрытые наушники. Но все равно, например, вот здесь вот низ он более обволакивающий. То есть его здесь вот как-то ощущается, а вот здесь вот прям, ну, совсем как-то грустно. То есть вот пока вот в Hi-Fi Man'ах у меня самое большое разочарование. Так, сейчас послушаю вот эти Verum, или как они называются? Verum. Verum, Verum, да. Вот, вот эти вот очень такие необычные наушники. Я в них, наверное, буду смотреться как космический пришелец. Нет, скорее как зайчик с ушкой. Зайчик с... Тогда, слушай, их надо было с этими, с розовыми вставками делать. Я предложу. И помпон такой. Да, это украинские магнитопланары. Украинские магнитопланары. Вручную собираются, да? Ну да, на канале у автора есть прям, где он станком с искрами, со всеми делами, в общем, это все дело выпиливает. Ну сейчас ручное производство, скажем так, везде популярно. Ручное производство не везде, скажем так, удачно, где-то не очень, то есть где-то это преимущество, а где-то это скорее недостаток, да, так называемого колхоза. Но, условно говоря, мы сейчас будем говорить, судить по звуку, исходя из этого уже и будем делать какие-то выводы. Так, посадка, вот, например, мне вот это, честно говоря, не нравится, но мы за звук. Так, ну вот из планаров мне вот этот звук показался наиболее сбалансированным. То есть здесь, в принципе, бас такой неплохой, и детали хорошие есть. Завал вроде каких-то особо не почувствовал. Но, в принципе, я вот на фоне вот этих дорогих наушников, я понимаю, почему Мише нравится вот именно All Audio. Потому что по степени комфорта и подачи, наверное, они... вот по посадке они клевые, да. Значит, по подаче они... эмоциональные, но опять же, как бы, точнее не эмоциональные, они жанровые, но вот эта вот жанровость иногда вот к ней очень, очень сильно просто тянет,
И, короче, вот, притягивает, да. Ребят, вот кто, знаете, как по аналогии с аудио, вот, вернее, с акустикой, это вот так называемый Мартин Логан. То есть, да, вот это плана, все дела, но именно по звуку, по подаче, вот, наверное, вот это какой-то Мартин Логан. То есть, возможно, в наушниках тут какой-то аналог с граду RS там 1000 или RS1, там, я его затрудню сейчас сказать. Ну, короче, это вот такая жанровая подача, но жанровая подача, которая очень вкусная. То есть, у нее, наверное, от 2 там килогерц или там от 3 килогерц и выше, там вот все достаточно хорошо, все нормально, а вот низ какой-то непонятный. И вот этот вот непонятный низ, ну как непонятный, он определенно жанровый. И вот это вот низ, он и дает как раз такую вещь, которая не позволяет эти наушники назвать мониторными, но в то же время вот определенную любовь там к определенным жанрам вызывает. Правильно я формулирую это как? Ну, пожалуй, что да. Пожалуйста. Это очень жанровые наушники, да. Которые вот... Но смотрите, вот если, скажем так, взять вот эти вот три планарных, магнитопланарных варианта, я, в принципе, вот эти вот наушники за 80 тысяч, вот эти наушники там от 20 до 30, и вот эти вот, скажем так, ну примерно там ценник от 12 до 15, то есть ну примерно там 15 тысяч, условно говоря. Но я бы сказал, что вот эти вермы наиболее сбалансированные и наиболее, наверное, правильная подача. Опа, сидят лучше всех, удобно. То есть вот здесь, вот, честно говоря, жуткий дизайн, жуткая посадка, но по звуку они самые сбалансированные. Вот здесь вот, скажем, отличные материалы, как бы отличная посадка, компактность, все дела, но... узкая сцена, и у Hi-Fi Man тоже узкая сцена. То есть вот здесь вот я бы сказал, что ну, примерный баланс. Но если взять вот эти наушники, которые, можно сказать, практически самые дешевые из них, это единственные динамические наушники, вот, наверное, из всех четырех вот эти лучшие. Ну... Вот неожиданно, да? То есть ты вот ты понимаешь, что ты говоришь какие-то неправильные вещи, но ты хочешь это сказать. Вот у меня то же самое по отношению к этим наушникам. Ну, вот да, то есть, вот они жанры, они неправильные, но они самые приятные на звук, на слух. И на посадку, кстати говоря. Ну, на посадку, вот на посадку с опой я вот, наверное, их... Они легче, чем опа. В этом плане, да. У них в чем нюанс? У опа это все-таки, скажем, просто правильная эргономика, а здесь эргономика, которая подстраивается. То есть вот эти дужки, они... Вот эта вот, скажем, штука, она давит. То есть она прям очень жесткая. Вот эти вот тоненькие металлические дужки, они дают... Лучше, короче, пружинит и в нижнем положении не так сильно давит. Но амбушюры, размер и оголовье, они дают в целом очень хорошую эргономику. Давайте как бы хайпанем. Ну, как, если мы слушали такие дорогие наушники, надо же дешевые послушать. И на помощь нам идет Superlux 668 за 2500 рублей или сколько там на Алиэкспрессе. В руках, конечно, это дичь, это полная дичь после вот этих дорогих наушников.
Даже вот этот пластик не смущает. Смущает то, что амбушюры пластиковые, чашки пластиковые, все, короче, пластиковое. Вот амбушюры, вот самый крутой это пластиковые амбушюры. Но мы как бы... Дешман. Да. Но мы, собственно говоря, про звук же. Будем смеяться. Самый дешевый звук, причем самое прикольное, какой момент? Мы идем с дорогих, все дешевле, 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 да? Ребят, ну вот этот звук, он сбалансирован. То есть, да, он чувствуется, что бюджетный, но в чем его фишка? Все частоты, там, вверх, низ и так далее, они очень-очень ровные. Вернее, как не то чтобы очень ровные, а они одинаково бюджетные, но блин. Короче, соблюдается полный баланс. То есть реально звук очень сбалансированный, он бюджетней, детали там не такие эстетичные, там, но при этом сразу появляется низ, появляется панч. Звук очень комфортный. Звук воспринимается ровный и комфортный. Вот даже не знаю, как сказать. И сцена здесь шире. Здесь сцена пошире, чем в Hi-Fi Mania, чем в Oppo. То есть это скорее по сцене, ну, ближе к Verum'у. Вот. Да, эстетики такой нету, но, ребята, это нормальный звук. То есть это вполне его комфортно слушать. По материалам это дичь полная. Это звук более бюджетный, но за счет того, что он очень сбалансированный и очень нормальный. Ну да, это вот китайская студийка. Это вот реально это китайская студийка. То есть, и она имеет право на жизнь. Да, за эти деньги вообще, за 2500 рублей. Я тебе даже больше скажу, у меня есть наушники беспроводные, расхваленные. Avant 3. Может, знаешь такие? Avant 3 Audition Pro. Нет. Короче, это алиэкспрессная контора, которая делает, ну как, это китайская контора, которая там славится беспроводными наушниками, которые там APTX и все дела, вот они APTX еще там, не знаю, несколько лет назад, их типа все нахваливают, они стоят там 4,5-5 тысяч, и их частотка полное говно по сравнению с этим, хотя материалы гораздо лучше. Так. Дешево и сердито, это да. Суперлюкс 668. Теперь слушаем. HyperX, они же, это, скажем так, вот я к HyperX все время относился, каким образом?
HyperX это ребрендированный TagStar, а TagStar это подделка под Beyer Dynamic 770. С учетом того, что Beyer Dynamic 770 сейчас стоит 15-17 тысяч, родные, настоящие, да, вот, а TagStar'ы стоят, ну, те же самые, там, примерно 2,5-3 тысячи рублей, то вот HyperX за 9 тысяч рублей у меня лично вызывает вопросы. Вот, поэтому я их воспринимаю как TagStar, но, опять же, вот эти суперлюксы за 2,5 тысячи рублей и вот эти вот TagStar'ы там за 2,5-3 тысячи рублей по материалам совершенно разные вещи, то есть вот это на голову просто выше. Здесь алюминий, здесь, значит, более приятные амбушюры. Вот эта вот штука пластик, но пластик более качественный, чем вот этот. Да, не тяжелее, но, опять же... Ну, короче... Понятно, по конструктиву к HyperX придраться сложно. Это вот именно, можно сказать, такие бронебойные наушники. Да, здесь сделано все хорошо и качественно, вопросов нет. Но мы сейчас про звук. Эти HyperX, они же эти TagStar'ы, здесь немножко другая специфика звука. Звук тоже сбалансированный, но он немножко по-другому кривоват, да? Как сказать, здесь приподнята нижняя середина, есть такой горбик, да, и причем вот к этим настройкам это не имеет отношения, то есть, условно говоря, да, тут вот бубнёж добавляется, убавляется, но, условно говоря, сейчас вот в положении, которое по умолчанию, которое вот производитель, видимо, задумал, да, вот среднее положение. Все равно тут есть детали тут хорошие. Вот этот звук я бы, наверное, охарактеризовал как более темным, но более темный как за счет превалирования нижней середины. Но в целом, ну это, наверное, плюс-минус вот этот уровень, может быть, капельку повыше. То есть, вот может быть, по деталям. Но так как вот здесь вот частотка ровнее, а здесь, скажем, немножко превалирование, поэтому и нельзя никак избавиться от этого. Ну, только эквалайзером, да. Поэтому, если бы, условно говоря, здесь бы было больше высот, высоких частот, я бы мог сказать, что, ну, оценить там. Но так как вот эта нижняя середина, она немножко превалирует, поэтому если здесь детали чуть лучше, чем здесь, то этого непонятно, потому что она забивает. Ты знаешь, есть еще одна фича, но мы сейчас не будем ее проверять, просто я не найду. У них есть амбушюра из нетканного материала, то есть не кож, а вот такая тряпочка. Нет, не скажется. Объясню почему. Скажется. Амбушюры, они работают на отдаче и на самом нижнем. А вот здесь вот та середина приподнята, которая зашита в них. Не, ну я понимаю, о чем ты говоришь, но она все равно сглаживается. Условно говоря, это, блин, мне сложно сказать, ну, герц 700, может быть. То есть это вот примерно где-то вот эта частотка. То есть эти вещи... 600-700 Гц, они, ну, как мне кажется, амбушюром не регулируются. Амбушюрой можно срегулировать там, ну, не знаю, там, ну 200, там, там, понимаешь, 100. Там весь вот этот вот уровень от нижней середины до глубокого баса, он вот был вот такой вот, грубо говоря, чуть-чуть приподнятый, а становится вот таким вот. И, то есть ты замерял это? Да, я замерял. Я покажу измерение. Понял. То есть там разница есть, она довольно существенная.
Понял, понял. Ну, опять же, я сейчас вот эти, условно говоря, там 600-700 Гц, если бы, ребят, если бы я был профессионалом и по синусу, скажем так, мог назвать точно частоту, но, к сожалению, вот не могу сказать до этого на уровне каких-то ощущений. Ты можешь, на самом деле, у меня вот там запустить синус и послушать на слух. При желании. Я боюсь, что если сейчас я послушаю синус, у меня уши устанут. То есть их надо, ну, в этом плане немножко беречь. Ну, да. Сейчас, давай как бы дослушаем вот еще парочку наушников. Короче, вот у Миши еще китайские есть так старые, Pro 82. Я, кстати, в свое время там засматривался на эти наушники. И у меня у самого дома есть китайская студийка. Это ASK 9999. Вот, и сейчас вот мы послушаем вот эту вот студийку. Но у тебя китайская студийка новой волны, а это китайская студийка старой волны. Да почему? И вот эти старые, и те старые волны. У тебя разве старые? По-моему, они все-таки... Они, они тысячу лет уже там на лице. Ну ладно, может быть. Серьезно, они тысячу лет. А вот эти у меня все время с Сонькой 7502 ассоциировались. А мне кажется, Эндера 1А. 1Р. Ну, короче, Сонька. Сонька, да. Сонька. Это однозначно Сонька. Вот это АКГ, вот это Байер Динамика, а вот это Сонька. Но у меня они были просто, я хорошо знаю, не один в один. Только у Соньки расцветка красной полоски есть. Ну или там золотые, в зависимости от модели, неважно. Так. А по дизайну один в один. Опа. Что-то они мне сейчас понравились. Вот я бы сказал, что они... блин, вот давай я их с Вервумом сравню. Вот по ощущениям... ну вот, совершенно точно они лучше HyperX-ов. Вот прям без вопросов. Они сбалансированные, но в них верха эстетичнее, детали эстетичнее. Короче, в них низ более такой, скажем так... Ну, лучше, короче, ощущается. Сцена хорошая. Вот. Я вот хочу с Вервумом сравнить и с Олла. Вот это будет, кстати, очень интересный вариант. Слушай, они мне больше понравились, чем вот это Вервумы. Причем я, ну, кажется, немножко начал понимать, в чем, ну, почему. У них, вот в принципе, разница звука в зависимости от удаления капсуля от ушной раковины, это тоже работает. Вот у этих наушников, у них капсуль ближе к ушным раковинам находится. Вот за счет, и здесь вот получается, ты как будто, у тебя эхо внутри амбушюр, оно как будто больше влияет на звук. То есть вот эти, они более сухие, более приближены. Но они сухие, да. То есть в них вот как будто ты работаешь в ближнем поле, а вот здесь вот как будто ты слушаешь домашнюю акустику. То есть они на удалении. Но за счет вот этого приближения, вот эффекта близости, но при этом сцена все равно широкая. То есть она как бы не в голове, она как бы нормальная.
Но, то есть ты, получается, как вот сидишь, работаешь с монитором ближнего поля, и у тебя нету призвука помещения, еще чего-то. Здесь вот у тебя вот начинают какие-то призвуки. И вот здесь вот начинается борьба, опять же, между эстетикой и деталями, и между вот этим, как сказать, звуком помещения, так называемым. И вот комфорт от помещения в Такстарах, он приятнее, чем в Эрмах. Эффект, скажем так, ну как бы ближних мониторов точно так же в ОПА. То есть они тоже в этом плане очень комфортны, но у них сцена узкая. И вот это как бы немножко, ну как бы, отторгает. А вот здесь вот окей. Короче, понял, ты любитель китайского звука. Для справедливости, вот условно говоря, давай сейчас я сравню твои Олла. И у нас еще вишенка на торте осталась. Кстати, вот опять же, вот они же тоже дешманы, но... Вот, но они нормально собраны. При этом смотри, вот три разных HyperX, ну условно говоря, ладно, вот эти так старые те, вот эти так старые и суперлюксы. Суперлюксы в руках вообще, ну как бы вот ни о чем, да. То есть вот если брать. Но они такое ощущение, что из картона собраны. Если китайскими деньгами мерить, то условно говоря, суперлюксы это 500 рублей. Вот эти вот HyperX, ну это, наверное, 1000-3, а вот это вот 3,5. То есть, несмотря на то, что вот эти дужки пластиковые, вот амбушюры мягче, в целом они, ну как бы, как сказать, более монолитны, более слитны, так вот сделаны. Короче, вот они на ушах сидят еще комфортней и еще приятней. И, слушай, вот не знаю, наверное, я себе такие домой надо будет взять, послушать. Я вот, не знаешь, вот, их очень захотелось с этим АСК сравнить. Угу. Вот как вот они сравнивают, ну, честно говоря, они мне понравились. Вот я их бегал, слушал, вот сейчас вот как бы второй раз уже чуть более осмысленно. Это не к вопросу как бы ценников, да, вот мы сейчас вот от ценников вообще абстрагируемся, вот мне вообще на дофине. На ценники я сейчас говорю. Но вот, слушай, вот есть такое понятие, ну где-то вот на уровне эфира, там, не знаю, розового шума и так далее, вот все-таки чувствуется благородство звука или нет. Вот у них, извините, при всей там комфортности, приятная ЧХ там и так далее, я не слышу никакого вот благородства в звуке. Они играют. Здесь вот проблема именно в чем? Кто-то слушает эстетику. Но подать, скажем так, эстетику на очень высоком ровном уровне, ну не то чтобы сложно. Короче, когда эстетика подается кривая, вкусовая, то ты это распознаешь. Если у тебя все очень сбалансировано, все очень ровно, ну, скажем так, по студийному, по мониторному, угу. Но, допустим, эстетики не хватает. Вот на мой вкус, на мой личный вкус, это больше приоритет. То есть это отсутствие жанровости. Угу. То есть ты можешь слушать и классику, и вокал, и тяжеляк, и еще что-то. То есть любой жанр, он, ты слушаешь в удовольствие и кайфуешь от него. Когда ты берешь, скажем, какую-то жанровую, ну, акустику или жанровые наушники, да, ты от каких-то жанров прешься так, что прям слюни текут, но ничего кроме этого ты не слышишь. И это музыка, это же все-таки эмоции. И если ты концентрируешься на каком-то определенном жанре и слушаешь только его, то в конце концов это тебя начинает угнетать. Это как шашлык каждый день. Ты его любишь, это как бы классное мясо, дорого, богато, все дела, там один соус в один день, второй в третий. Через неделю ты шашлык не сможешь есть. Тебе захочется картошечки, тебе захочется сосисочек. Вот здесь, но опять же, мое восприятие звука там, да, мое восприятие звука, оно ближе, наверное, не то что к звукорежиссерскому, это громко сказано, конечно, вот, я любитель, но в каком плане вот звукорежиссерское? Я люблю, чтобы это было правильно, чтобы это было ровно, чтобы это было детально. Но они неровные, понимаешь? И так старые неровные. У них немножко V-образность.
Но она, я бы даже сказал, что достаточно выдержанная. По крайней мере, там где-то порядка 6 или 8 дБ разницы. Я ощущаю эту V-образность. Не, мозг они не пилят, они не песочат, как байеры. С этим у них все весьма комфортно. Но когда речь заходит о вот детализации, где-то вот, ну, на уровне... Давай, знаешь, как рассуждать. Вот, условно говоря, V-образность – это не просто какой-то типа неправильный звук. Условно говоря, там... В коммерческом звуке, ну, если ты возьмешь даже акустику, наверное, процентов 80-90 это V-образка. Да. 80-90. В чем как бы эта V-образка? Ну, если 80-90, да, это как бы неправильно, это не мониторный, но, условно говоря, еще раз говорю, вопрос баланса. То есть, вот насколько вот этот вот падение и подъем частот, насколько они сильно сильно, короче, выражены, и насколько вот этот вот баланс соблюдается. То есть вот если у тебя все в едином стиле, то есть вот, ну, вот, не знаю, вот это пластик, но этот пластик, он здесь хороший пластик, и в итоге у тебя ощущение от продукта хорошее. Вот здесь вот пластик везде галимый, и в итоге у тебя ты понимаешь, что это... Нет, ну здесь дисбаланс, потому что амбушюры очень отвратительные. Вот прям совсем отвратительные. Вот если бы здесь амбушюры стояли мягкие, то вот это, они бы сбалансировали вот этот весь дешевый пластик окружающий. То есть вот этот пластик, он дешевый, но он не ломается, он пружинит. Вот этот пластик, как бы он дешевый, но он выполняет свою функцию. А вот этот вот пластик, он свою функцию не выполняет. Он галимый, а от него уши устают. Вот к этому материалу проблем, вопросов нету. И поэтому вот эта штука, она суммарно вызывает более приятное ощущение, чем вот эти. Хотя, казалось бы, вот цена вот этих там на Алиэкспрессе там 20 рублей, цена вот этих амбушюр 100 рублей. Ну, да. Так, сейчас я вот с этими сравню, с Олла. Но я подозреваю, что именно в сравнении... А мне так старо может чуть больше зайти. Почему? Потому что они не жанровые. Но с другой стороны, вот я сейчас хочу именно по эстетике понять. То есть, вот, ну, понятное дело, что там эстетика лучше, но вот как она воспринимается именно в балансе. Я даже сейчас металл специально не буду включать, чтобы не уводить, как бы. Не, вот теперь понятно, да. Понятно, да, у них эстетика, ну, получше, у них сцена пошире, да, у них вот этот вот, блин, какая-то такая теплота, такая вот, ну, я понял, да. Теплота, но не темнота. Нет, и здесь вот, ну, тоже, короче, все нормально. Короче, вот если сравнивать вот эти... Вот это скорее ближе к мониторингу, вот это и ближе к удовольствию. Но вот эти вот, да, вот их я понимаю. Вот если сравнить все вот эти вот, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь наушников, я бы, наверное, определил вот этих двух победителей. То есть вот это, наверное, именно для такого, ну не то чтобы мониторинга, да, но все равно это китайская студийка, да. Здесь определенная V-образность, но она очень сбалансированная V-образность, и за счет этого достаточно комфортный слух. А вот это вот именно в удовольствие жанра, вот под акустическую музыку, там, под гитары, под скрипки, дудки, оркестр, вот, наверное, в них хорошо будет слушать. Тут, кстати, вот оркестр бы. Ну, можешь поставить что-нибудь? Ну, я думаю, что нормально. В общем, на металле они в кашу не сваливаются, и оркестр, я думаю, они нормально переваривают. Но металл – это не сильная сторона. Оркестр они так играют хотя бы потому, что у него меньше интенсивность нагруженный, вот, менее интенсивно нагруженный тракт. Там может быть много инструментов, но они все играют вот примерно вот так вот. На одном уровне. В металле у тебя может быть одновременно, нет, там, почему? Не знаю, три гитары. В оркестре у тебя там разброс динамического диапазона может быть жуткий. Там те же самые барабаны, как долбанут. Не, я понимаю. Просто понимаешь, в металле может быть одновременно несколько очень громких, солирующих, доминирующих инструментов. Там три гитары.
разных орущих гроулингов. Фишка, знаешь, в чем? На самом деле вопрос микса. Короче, в миксе, ты когда записываешь живой инструмент, он у тебя вот отдельно прекрасен. Когда ты начинаешь сводить в микс, у тебя определенные ощущения. Когда ты электроинструмент, тоже один электроинструмент у тебя звучит по одному, а когда они в миксе, они звучат по-другому. И условно говоря, это вот специфика тех же самых микрофонов. Вот как говорят там, типа, вот этот микрофон там идеален. Слушаешь, блин, что-то у него какая-то кривая частотка. А вот фишка не в кривой частотке, фишка в том, что когда ты его сводишь в микс, он так вписывается шикарно, что к нему вообще никаких вопросов. То есть он его никак не обрабатываешь, ничего, без обработок, без всего, и он идеально просто вписывается. И вот здесь вопрос, скажем так, микса инструментальной музыки и микса электронной, ну, короче, любая электронная музыка, электрическая там, да, вот короче, идет, которая через какую-то обработку минимальную. Mm-hmm. Они по-разному. Они по-разному, в общем, звучат, по-разному воспринимаются. Ребята, сейчас послушаем вообще сумасшедшую штуку. Это, короче, от Asus. Как эта штука называется? Asus Delta. Asus Delta. В общем, это просто, наверное, ад для аудиофила. Во-первых, здесь, значит, подсветка разноцветная. Во-вторых, значит, здесь нету мини-джека, это все USB. Там встроенный ЦАП-усилитель на основе Sabre 9218. Вот, то есть это в принципе, ну, с позиции нормального звука, правильного там, ну, это полный трэш, потому что вот, ну, взять там те же самые микрофоны, я, например, USB микрофон вообще не признаю, то есть исключительно только вот XLR и все дела, и исключительно только фантомное питание. А это просто жесть, это USB, и это неправильные формы, это вот эти вот так называемые ухо треугольное там, да, и плюс RGB подсветка. Но в руках это смотрится, ну, ощущается премиально. Но это игровая гарнитура, да, вот позиционирование, игровая гарнитура. Смотрите, я вот тут все топил, что вот эти вот интересные. Короче, вот если убрать недостатки вот этих, то получится вот эти. То есть вот завал, который V-образный, вот здесь, ну, да, там, типа V-образный. Вот здесь вот середина появилась, вот та, которая здесь вот чуть-чуть была завалена. Вот здесь вот она есть. Так что, ну, по-хорошему, если...
смотреть вот на звук в абсолюте, вот из всех вот этих наушников, вообще из всех этих наушников, ну, лично я бы, наверное, выбрал вот эти. Как это незабавно звучит. Это какая-то полная вообще дичь. Это я вообще даже не знаю, как это назвать. Я вот... Они дикие по форме, они дикие по цвету, они дикие по форме подключения, там, да, без звуковухи. У них встроенная, хоть и неплохая звуковуха. Во, ребят, звук, этот, подсветку можно выключить. Все, можно брать, да? Все. Не, ну вот объективно, вот честно тебе скажу, вот для мониторинга, для звукового мониторинга, вот это, наверное, самые правильные наушники. То есть здесь нету вот этого эха. Здесь нормальная сцена, она не в голове, она, ну как вот, относительно вынесена. Здесь, значит, нет эхо так называемой звуковой камеры, да, вот которую я вот на этих верумах услышал. То есть здесь именно такой домашний звук, вот как в Такстар, как будто сидишь в мониторах ближнего поля. Здесь частотка ровная с позиции высокие, нормальные, середина. Ну, короче, все вот на слух ровно. Вот на слух они воспринимаются реально ровными. Плюс у них нету никакой жанровости. То есть я в них послушал, что как метал, что инструментал переваривает все. Есть бас, есть суббас. То есть когда надо, все вот это вот воспринимается. То есть, ну, на самом деле, вот получается, что я послушал тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь наушников. Самые дешевые, условно говоря, 2500 рублей, самые дорогие 80 тысяч. То есть вот 80 тысяч опа, верумы там в районе 30-ки, хай-фай мэна в районе 15-ти, вот это Ола в районе 20 тысяч, значит, так старые, ну, тысяча, наверное. Ну, 3,5-4 они, по-моему, на Алиэкспрессе где-то. Ну, и со скидками. Так где-то, по-моему, в районе 5-ки. Ну, хорошо, даже в районе 5-ки. Окей. Ну, все равно, блин. Вот. А, и HyperX там с 9, но я это все равно воспринимаю как Такстар, да. Который там, ну, вот стоит там, ну, те же самые 4. Ну, ты еще учти, что все это, кроме вот этих Асусов, слушается на звуковушке за 100к. Да, ребята, самое главное, все эти наушники, которые с классическим подключением на усилители, за те же самые 100к, опа, H1. То есть это не просто как, вот ко всем вот этим штукам вам еще нужен усилитель для наушников. То есть даже если это будет какой-нибудь, блин, как он... Ну, пусть будет Tempotec Serenade. Да, да, да. Или топинг какой-нибудь. Короче, это плюс 10, 15, это минимум, ну, если вы хотите, да. А вот эта хрень у вас в комплекте идет. Просто обычный USB, который подключается. Все, вот у меня вот он напрямую подключен USB. Все, ничего здесь больше нету. И все это дело вот звучит таким вот образом. То есть, по большому счету... сколько? 12 тысяч? По большому счету это выглядит как реклама Asus. Но если я даже покажу этот ролик, у меня с ними есть связь. Но они не заплатят. Слушай, а мне-то вообще кто заплатит? Вот мне кто заплатит? Мы сговорились. А, да. 100%. Но, ребят, мне на самом деле, как бы, как сказать, мне ультрафиолетово, вот на все эти вещи. Вот... Ну вот если бы я сидел там, мониторил, сводил бы, я бы вот... Я скажу так. Я бы выбрал две вещи. Вот этот Такстар с классическим подключением и вот этот вот Asus как законченное решение. Я вот, честно говоря, может у меня уши кривые косые, но я вот этими всякими магнитопланарами я не проперся. Вот, ну... Во-первых, вот ни на этом, эргономика посадки вообще мне не понравилась. То есть они неудобные. Я не знаю, зачем вот эти вот уши как бы плодят, но это все неудобно. Вот. То есть вот эта вот классическая посадка, вот самая оптимальная и самая классная. Вот здесь вот, в принципе,
А в общем-то, собственно говоря, почему это удобно и почему это понятно, это же все копии подделки студиек. Аудиотехника, КГ, БР. А студийку делают, извините... И Sony. Студийку делают для чего? Для работы 8 часов подряд. Все, как бы, и это годами, десятилетиями это все дело уживается, и все это по классике. Вот эти всякие вот изобретения, это, ну, как бы, это не студийка. Это вот, как бы, хочу сделать примерно как-то так, но как-то по-своему. И вот это вот как-то по-своему, оно... ну, на эргономике очень сильно сказывается. То есть вопрос не то, что они у вас сидят плохо на голове, а то, что вот, например, вот здесь вот прижим амбушюр, он отличается от вот этого прижима. И вот этот прижим, он более комфортный. Вот это вообще как бы одеваешь и не замечаешь. Они очень легкие и очень классные. В этом плане как бы Asus тоже они, да, они сделали свой дизайн, но по сути дела это классика той же самой студийки. Не знаю, экспериментировал ты с таким или нет. Так, ты знаешь что? Что, петличку? Нет. Это микрофоны на самом деле. Стереомикрофоны? Да, ты вставляешь их в уши себе. Мы можем включить музыку, и ты сделаешь бинауральную запись движения. Вот прямо из своих ушей, как говорится. И на самом деле все понял. Бинауральную запись движения? Да. Не хочешь попробовать? Вот просто ради интереса.